Flashing your seat radio. О, прикольно. За Гитлером. Вы похожи на какого-то художника. На Гитлера, да? Нет. Не похожи на него совсем. Откуда будете? Че, прям с Германии? Ну, прямо оттуда, да. С ФРГ или с ГДР? Ни хрена себе. А я люблю задавать такие странные вопросы, да. Я прыгал свою... Чего? Жизнь. Я прыгал час своей жизни в ГДР. Так. А потом, когда снесли стенку, вы ломанулись в ФРГ, да? Да. Примерно так. Примерно так? Ну, примерно так. Понятно. То есть до этого в ГДР вам стенка мешала? Да. Это я вас понимаю, да. А вы? Откуда? А я, ну как откуда? С России. А именно? Город Сочи. Что это не где? Так? Это где? Город Сочи, ну, Гондурас знаете где? Вот там на границе с Гондурасом. Стоп. Где находится город Сочи? Ну, где находится город Сочи? На Черном море. Ну, недалеко от Гондураса. Блин, мне серьезно было бы интересно, потому что мы в географии... Ну, вы как европеец и как американец, география не очень, да? Ну, ладно, хрен себе. Да какая разница, господи? О чем поговорим? Что вас волнует-то? Нет, не какая разница. Мне интересно, где находится город Сочи. Понятно. И какие есть достопримечательности, и что представляет из себя этот город? Очень похож на Калифорнию слегка. Блин, перестань. Ну, серьезно. Я говорю. Я не перестань. Как, вот куда серьезнее? Серьезно тебе говорю. Серьезно. Более серьезным человеком. Ну как, ну это самое, кучу кипарисов, что там, что там. Знаешь, бывает немножко обидно иногда. Везде эти самые, ну, hills, да, то есть имеется в виду горы, что там, что там. Ну, похоже. Ну, слушай. Слухай. Не слухай. Нет, я вот просто хотел бы тебя спросить. Я как носитель русского языка, не россиянин. Я просто хотел бы тебя попросить не делать такой хуйни. Ты носитель, значит? Носитель матов? Ну, хорошо, ладно. А чё я такого не сделал плохого? Ну, ты просто начал нести какую-то чушь. Я тебе задал нормальный вопрос. Я не знаю этой темы насчет города твоего. Ну и ладно, что? Я тебе взял и сказал правду, а ты мне не веришь. Ну, я начал нести чушь, начал меня троллить. А почему я тебе чушь несу? Что Сочи похож на Калифорнию? Похож? Ну, похож. Хочешь, верь, хочешь, не верь. Ты ж троллишь меня. Как нет, я не троллю. Ты какая Калифорния? Россия. Южная Калифорния. И ты спросил, какая Калифорния? Согласен. Вот тут надо уточнить. Южная Калифорния. Слушай, вот серьезно. Серьезно? Вы отличаетесь во всей рулетке. Отличаетесь своим ебанутым. Вот этим ебанутым, блядь, троллингом. Зачем вы делаете это? Вот зачем? Потому что вы отличаетесь своим, как говорится, упертым, не сверх идиотским,
неверением в факты вы не принимаете правду никакую, ни под каким соусом. Вы тоже этим отличаетесь. Ну вот что делать с этим? Ну зачем? Зачем так говорить, что я... Как зачем говорю? Я тебе говорю правду, ты в нее не веришь. Я тебе спокойно вот взял, без матов, в отличие от тебя, спокойно взял и сказал, как оно есть, что тебе не так. Как оно что есть? Ты мне спросил вопрос, на что похож город Сочи? Я тебе сказал, похож на Южную Калифорнию. Я вообще-то спросил, где находится город Сочи. Ну, тебе взял, ответил, на Черном море. Что не так? Ну, где именно? На Черном море. Вот там, где украинцы выкопали Черное море, чуть-чуть дальше. Вот если честно. Если честно. Ты мог бы быть таким профилем, блин, своей страны, как бы таким, но ты вызвал какую-то чушь. Ну понятно, ладно. Это все, что ты можешь сказать? Нет, я могу. Что-нибудь еще волнует тебя? Давай поговорим о чем. Что тебя еще волнует? Что меня волнует? Да. А что тебя волнует? Блин, я тебе вопрос задаю, ты мне вопрос на вопрос давай, не отвечаешь. Меня волнует, где город Сочи находится. Я рад за тебя. Почему? Чего? Почему тебя волнует местонахождение города Сочи? Касачка, окей. Где находится город Сочи? На Черном море. Где? На побережье Черного моря. Или где? На полуострове? Так же, как и Одесса находится на побережье Черного моря, так и город Сочи находится на побережье Черного моря. Прикинь? Прикидываю. Где находится? Какие именно есть? Да, блин, Памятник Ленину есть в городе Сочи. Чего? Памятники пионерам есть в городе Сочи. Памятник Ленина есть? Конечно, есть. Я же тебе сказал, есть. Ты сказал пионерам. И памятники пионерам есть, да. И ты не дослушиваешь. У тебя как-то... Я тебе говорю что-нибудь, а ты половину как-то куда-то пропускаешь. Странная вещь. У нас уже много времени, поздно. У нас тоже. И что? У нас еще больше. Чтоб ты хоть чуть-чуть мозги включал, я тебе могу сказать, у нас другой часовой пояс. У нас... На 2 часа больше, чем у вас. Человечка, пожалуйста, перестань меня оскорблять постоянно. Я тебя не оскорблял ни разу, в отличие от тебя. Разве я что-то сейчас неправду сказал? Ты же должен понимать, что у нас по часовому поясу на 2 часа больше, чем у вас. Так у кого больше времени, у вас или у нас? Алло? Алло. Не алло? А почему ты говоришь алло? Потому что у тебя не алло. Нормально. Ты постоянно, вот постоянно такой. Ты случайно не это, не... Не это, я не это. Это у вас. Это в Евросоюзе, я не это, нет. Да, вот это, вот такие, не это. Скажи, пожалуйста, можно тебе вопрос задать? Нет. Понятно. И тогда смысл твоего выхода в рулетку? А твоего? Как? Уму-разуму научить? Рассказать, допустим, тебе, где Сочи находится, чтобы ты задумался, в конце концов. Может быть, даже, как говорится, чего-то узнал. Разве это плохо? Нет, ты смешной. Я, давай. Да. Зато ты не смешной. Я знаю. Плакать хочется, глядя на тебя. Ну да. Да. Разницу чувствуешь? Нет. Вот именно. И с чувствительностью у тебя хреново. Прикинь. Что-то надо делать. Предлагаю тебе купить у нас мазь Вишневского. Хочешь тюбик продам, хочешь два. У меня, в принципе, два последних осталось.
Продавай, можешь выслать мне свой адрес, я обязательно покупаю. Тебе вышлю. Вот. Надо мазать на голову вот три раза в день. Да. Поэтому у тебя три тюбика, да? У меня два тундра. Еще раз говорю. Я тебе показал два, а ты сказал, что у меня три. Господи, боже мой, что с вами там в Европе? Вы что там, вот, скажи, чем вы там заражаетесь? Вы там не предохраняетесь совсем, я вижу. Это плохо. Надо еще каску одевать, кроме того, что всякие такие штучки одевать. Обязательно одевайте каску. Но лучше всего, по примеру Украины, это если одевать на голову кастрюлю. Это работает лучше всего. Знаешь, мне Украина похуй. Да причем? Да вот зря. Они проверили на себе. Кастрюли работают лучше всего. Да нет. Я серьезно тебе говорю. Я опять-таки, я ничего не придумываю. Да. Да. Что? Нихуя себе. Микрофон, блядь, что там? Проген. Понеслась. Нормальный у меня микрофон, не волнуйся. Я думаю, почему тебя так хорошо слышно, блядь? Потому что у меня хороший микрофон, чтобы ты меня хорошо слышал. Слышу тебя хорошо. Вот, видишь. И камера у меня нормальная, чтобы ты меня хорошо видел. Чтобы ты не путал ничего. А ты путаешь. Я попутал. Вот так вот. Вот видишь, зря ты перебежал Берлинскую стену. Оставался бы в ГДР, все было бы нормально с тобой. А так ты ломанулся, и когда бежал, наверное, стукнулся об светофор пару раз, там еще где-нибудь, под машину, может быть, попал, хрен его знает. Поэтому теперь, вот, как говорится, тяжеловатенько тебе вот с тобой, вернее, с тобой, мне, тебе, мне, и мне с тобой, а тебе так тем более со мной тяжело. Я, короче, такую хуйню сделал, я, короче, когда в армии немецкой служил. Ты еще в немецкой армии служил? В ГДР или в ФРГ? ФРГ. А, уже ФРГ, я понял. Я, короче, уебал испанца Фауста, блядь. Молодец. Прикинь. Ну, что тут прикидывать? Ты молодец просто, и все. У тебя, блин, вообще реально классная картинка. Особенно микрофон. Ну, не, футболка классная. Майдан все-таки. Аро Майдан? Да. Тебя не Гриша зовут случайно? Григорий. Григорий. Что случайно-то? Так и зовут. Я, правда, не всегда откликаюсь. Не, серьезно? Серьезно. Я что, угадал, что ли? Ну да. А что? Угу. Ты просто наверняка меня видал уже в интернете, поэтому знаешь. Нет, я не видал. Не видал? Ну, увидишь тогда. Я вообще первый раз, если честно, первый раз в интернете. А, редко бываешь. Ну вот видишь, будь почаще. Теперь и ты будешь, и я в интернете. Я тебе сделаю звездой фаерговской эстрады. В Ютубе? Конечно. Круто. А зачем? Конечно, круто. Как зачем? Чтобы, как сказать, чтобы на тебя все посмотрели, чтобы ты понимал, что ты звездец. Ну. Ну и все. Это же красота. Ну. Будешь показывать потом соседям. А если вдруг с Франции клопы перебегут, то можешь и им показать. Они сразу назад побегут. С французами Чего? Всегда так. Они то до Москвы идут, то потом это, обратно. И клопы их не примерно так же себя ведут. Подожди, это ваша тема. Мы здесь такой. У нас нет такого мема. Да как нету? Вы тоже туда до Москвы доходите, то потом обратно. Вы до Москвы? Бежите. Ну, немцы. Вы, немчики, доходите до Москвы, потом обратно бежите. Бля, почему вот, блядь, вот реально вот такая хуйня, блядь. Я тебе не матерись. Не матерись, денег не будет. Нет, я не матерюсь, просто зачем? Ты уже второй, который мне вот это вот. Еще скажи, что я на Гитлера похож. Я же тебе с самого начала сказал, не похож. Даже на Бормана не похож, даже на Геббельса не похож. Не, на Бормана нет, я знаю. Ну, так а что?
На Гитлера может быть немножко похоже. Нет, вообще ни капельки. Ну, если только плоскостопием, а так-то что? На этого. На как его? На Геринга тоже не похож. Все? Ну, понятно. Ну, да. Мы подумаем, мы, короче, придумаем тебе образ, не волнуйся. Подписчики мои напишут, на кого ты похож, вот, потом прочитаешь. Кто? Твои подписчики? Да. О, ты ничего не снимаешь, на видео. Конечно, же. Я же тебе сказал, что я сделаю из тебя звезду. Ты будешь звездец, какой звездец. Окей. Вот. Поэтому я говорю, не матерись, чтобы люди о тебе плохого не подумали. Число. Ладно, передавай всем привет. Вот. Помаши ручкой. Да, вот спасибо тебе огромное. Вот. Возвращайся в ГДР. Не надо в ФРГ быть, потому что там что-то как-то тебе не климатит там. Хорошо? Молодец, мальчик. Давай, пока. Какой кобздец. Мама, я думал, только в Украине это пелена и зараза, так скажем, на всю башку. Оказывается, ФРГ это тоже. А это украинцы занесли. Я давно говорил, вот эта вот майданутость, она очень заразная. Очень. Это хуже, чем вот дизентерия. Передается не то, что воздушно-капельным путем, просто передается даже вот интернетно-капельным путем. И это вообще кобздец. Но результат вы видели. На лицо, на всю башку. Напишите, пожалуйста, ему в комментариях, на кого он похож. Сильно не материтесь только. Вот. Ну, а все те, кто помогает моему каналу, огромное спасибо и всего вам самого хорошего. Спасибо за понимание. Пока-пока. Лайки поставьте, пожалуйста. Bye.